Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Игорь Седых, и я приветствую вас на канале «Я моделист». Во второй серии рассказа о работе над моделью Меркавы от компании Таймия в масштабе 1 к 35 мы с вами посмотрим на окраску данного набора. Окраску начнем с виниловых гусениц. Вначале окрасим гусеницы в серебряный цвет. Это нужно для имитации дорожек, которые остаются на внутренних поверхностях траков при движении. Затем покроем гусеницы цветом ганметал. Пока сохнут предварительно окрашенные гусеницы, нанесем на некоторые элементы танка темный оттенок. Он нужен для создания эффекта теней. Наносим этот оттенок прежде всего на ходовую, а также внутренние поверхности экранов. Для упрощения окраски катков используем шаблон, вырезанный при помощи режущего циркуля. Начинаем основной этап окраски танка. Вначале наносим пришейдинг. Для нанесения пришейдинга используем оттенок темно-коричневого цвета.
наносим основной базовый оттенок песочного камуфляжа. Покрыв модель глянцевым лаком, наносим на нее декали. Для того, чтобы надежно зафиксировать декали на модели, используем специальную жидкость Mark Fit Strong компании Tamiya. Используя эмаль фирмы Tamiya цвета Gunmetal, окрашиваем некоторые элементы танка. Например, буксировочные тросы. В связи с тем, что в качестве окраски был выбран пустынный вариант танка, наносим на него светлый оттенок смывки,
Для этого этапа я буду использовать смывку земляного оттенка от компании MIG. Удаляем излишки смывки. Для этого я буду пользоваться ватными палочками, а в труднодоступных местах воспользуюсь кистью, смоченной в чистом white spirit. Используя острозаточенную зубочистку, рисуем сколы. Для рисования сколов я буду использовать акриловую краску фирмы Pacific 88. Так как в пустыне все равно есть влага, рисуем на танке потеки. Для потеков я буду использовать два основных оттенка химии фирмы AK Interactive – оттенок ржавчины и стекающей грязи. Кроме того, я нанесу на танк эффекты высохших потеков дождя.
Для добавления дополнительных эффектов потеков используем сухой пигмент оттенка темной старой ржавчины. Затем тонируем танк при помощи пигмента песочного оттенка. Обратите внимание, что этот этап выполняется в самом конце, для того чтобы добавить эффект недавно появившегося на танке запыления. Натираем гусеницы пастой True Metal. При желании вы можете также добавить и другие эффекты состаривания на танк. И модель будет закончена. Давайте посмотрим на то, что у нас получилось на традиционном круговом обзоре. Большое спасибо за внимание, отличных вам моделей, до новых встреч!